Обращали ли вы когда-нибудь внимание на выражение лиц взрослых людей? Лица какие-то напряженные, хмурые и несчастные. Казалось бы, у них все есть, ну или почти все. Но что им еще не хватает? Куда ушло умение быть счастливыми и радостными? И можно ли этому снова научиться? Вот, во дворе на бревнышках под березами сидят ребята и разговаривают. А давайте-ка подойдем поближе и послушаем, о чем они говорят. А у меня радость! У меня новая лента в косе! Смотрите, какая блестящая! Аленка, первая модница во дворе, показала свою косу и новую ленту. У меня тоже радость! Мне цветные карандаши купили! Целая коробка! Вступила в разговор отличница Таня. Подумаешь о радости. Вот у меня удочка есть, сколько хочешь рыбы наловлю. А что там карандаши какие-то? И спишется, и все. Сказал Петя Петухов, известный своей практичностью, мальчик лет 10. А у меня розовая рубашка. Вот она. Демушка растопырил руки, чтобы все видели, какая у него красивая рубашка. Ему тоже хотелось поделиться своей радостью. Вот только Ваня слушал и ничего не говорил. А у Ванечки даже никакой, хоть бы маленькой радости нет. Вот он сидит и молчит. Нет, есть. Я цветы видел. Какие цветы? Где? Когда? В лесу видел, на полянке. Когда я заблудился, уже вечер был. Кругом темно, а цветы стоят белые и как будто бы светятся. Мало ли в лесу цветов? Тоже радость нашел. А еще я один раз зимой крыши видел. Значит, летом ты крыш не видишь? Вижу, только зимой на крышах был снег и солнце светило. С одной стороны крыша синяя, а с другой розовая, и вся блестит. Вот еще, как будто бы мы снег на крыше не видим. А что он синий да розовый был, это ты выдумал. Да он просто так, он нарочно. Может, у тебя еще какие радости есть? Есть, еще я видел серебряных рыбок. Темушка даже вскочил от любопытства. Где? Настоящую? Серебряных? В пруду? В речке? В луже. Петя Петухов проворчал. Я так и знал. Он же все нарочно. А вот и не нарочно. После дождя под яблоней была лужа. А мне солнце светило. И ветер был. Вода отражала. И в ней серебряные рыбки играли. Вот болтун. Никакой у него радости нет. Так он и придумывает. Смеялась Аленка, а Таня сказала задумчиво. А может, у него этих радостей побольше, чем у нас. Он их где хочешь найдет. Давайте-ка подумаем, о чем эти разговоры? Наверное, о том, что если человек умеет искренне радоваться каждому, даже маленькому событию, которое с ним происходит, умеет искренне общаться с друзьями, то это усиливает чувство радости и становится источником внутреннего счастья.